«Пасхальные мотивы». Под таким названием в Якутске накануне открылась выставка из собрания Национального художественного музея. Она посвящена 19-му республиканскому пасхальному фестивалю «Золотые купола». На выставке разместились работы художников 19, 20 и 21 веков, причем разной стилистической направленности. Объемно представлен раздел живописных произведений от классической трактовки до произведений, выходящими за рамки сложившейся традиции в искусстве. Выставку также дополняют композиции из стекла известных российских мастеров. Интересно тем, что он, как бы, подобные выставки, они показывают как бы неисчерпаемость тематическую нашего собрания. И вот эта выставка, она хоть и небольшая, но она интересна тем, что мы хотели сопоставить, ну, то есть мы не хотели показать какую-то одну временную дистанцию, мы хотели показать именно, создать мир образный, такой, который как бы вбирает в себя остроту, трагедию, красоту человеческих чувств. То есть это что связано как бы со значительными событиями в жизни каждого человека. К каковым относятся, конечно, и пасхальные дни.